Ладно, давай. Чисто попробуйте. На субботник я вышла с настроением с отличным, потому что вот этот бардак, который творится у нас в поселке, где мы все здесь живем, где наши дети живут, каждый день ходят в школу, очень хочется порядок навести. И поэтому настроение было замечательное. Ну, что еще говорить?
Ну как жить дальше будете? Теперь, наверное, призывать будете к чистоте и порядку? Призываю, например, я своих детей, я всегда, я уверена, что мой ребенок не мусорит. Угу. И поэтому, когда вот она идет в школу, вот по этому вот поселку грязному, вот я не знаю, вот мне стыдно за людей. Она меня спрашивает, ну как, вот ей непонятно, откуда в роще берутся пакеты с мусором. Ну да, люди, конечно, виноваты, но... Не все же такие, далеко не все. В основном все порядочные, ну да, находятся вот такие. Надо как-то с этим бороться. Ну, мне бы хотелось, чтобы наш поселок. Мне бы хотелось, чтобы наш поселок был чистый, зеленый, чтобы он был. Ну, чтобы никто не мусорил и прыгали белки, ну, чтобы животные жили красиво. А я хочу, чтобы дети прохожие не мусорили, а то что-нибудь съедят и выбросят. Чтобы тропиночки были все такие ухоженные, чтобы все белили и было красиво. Профил 15 лет каждый. Ну, в целом впечатление хорошее, мне понравилось. Все так дружно вместе все делаем. Ну, не знаю, что еще сказать. Ну, потрудились, да, на славу? Да, как бы это, вот сели немножко передохнуть, пока мужчины у нас кидают. Ага. Покушали, было вкусно все. Ага. Спасибо большое. Я отбивочку делаю. А это вот тени для газеты, да? С улыбочкой обязательно. Добрый день. Сегодня Троицкая ГРЭС работает на субботнике. Мы возвращаем все те времена, которые были давным-давно, когда сам Ленин носил бревно на субботниках, и поэтому мы сегодня продолжаем эти традиции. Точно так же мы убираем сухостой, грязь, которая была за зимний период. Мы относимся к этому труду с большим пониманием. И, естественно, будем думать о том, что мы будем продолжать из года в год все наши начинания. Хочу сказать относительно того, что было организовано замечательное у нас сегодня вкусняцкая каша с мясом, с маслом, с чаем сладким. И мы думаем, что нас тоже никогда не забудут, всегда будут поддерживать. Точно так же мы не будем разбегаться на обеды, а будем дружно все кушать, обедать и быть вместе со всеми. После обеда вкусного мы продолжаем субботник. И, естественно, хотим сказать и призвать всех жителей нашего поселка: не сорите, не грязните. Аллея сделана для вас именно. И желательно, чтобы не было здесь ни грязно, ни мусорно. Поэтому давайте все поддерживать чистоту и будем очень признательны, если так и будет. А если еще поддержите нас на субботниках в дальнейшем, мы тоже вас всех примем.